Страница 19. Так называется областной чемпионат по чтению среди старшеклассников Ростовской области. Стоит отметить, что с каждым годом число желающих принять участие в подобного рода состязаниях растет. Город Азов не стал исключением. По словам представителя мероприятия Алексея Павловского, число 19 выбрано не случайно, так как соответствует году. Мы сегодня впервые проводим в Азове финал чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников, страница 19. Это этап областного чемпионата, который уже совсем скоро завершится. Это будет 12 апреля в Ростове-на-Дону в рамках уже 4-го фестиваля почитателей грамотности «Руфест». И на областной финал приедут ребята из 10 муниципальных образований Ростовской области, в том числе и тот победитель, которого мы определим сегодня. В ходе соревнований жюри обращало внимание не на технику чтения конкурсантов, а на мастерство прочитанного текста, как правильно расставлено ударение, а также оценивался артистизм участников. «Ах, как хороша ты была, — сказал он, качая головой. — Как горяча, как прекрасна, какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались? Помню, сударь. Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть?» Книги для участников конкурса выбирали сотрудники методического центра. Что же касается финального раунда, то победителям отборочного тура было предложено прочитать стихи Анны Ахматовой, который в этом году исполняется 130 лет со дня рождения. По всей стране порядка 120 городов участвуют и регионов участвуют в этом чемпионате. Чемпионат делится на 7 конференций. Мы участвуем в конференции «Юг». Совсем скоро представители Ростовской области будут состязаться с другими представителями Южного и Северокавказского федерального округов. И дальше будет представлять конференцию в Москве. Финал будет проходить в июле на сцене школы-студии МХАТ. И поборется за главный приз 300 тысяч рублей. По итогам соревнований третье место завоевала Анастасия Лихачева, воспитанница лицея. Второе – у Екатерины Башук из 9-й школы. А первое место – у 10-классницы школы номер 11 Марии Крамченковой, которая 12 апреля будет представлять город Азов на областном этапе в Ростове-на-Дону. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов-Инфо.